Велодорожки, обочины и тротуары. Для людей, руководствующихся принципом «еду как хочу», все становится проезжей частью. И хорошо, если это не заканчивается трагедией. Подборку наиболее вопиющих нарушений смотрите прямо сейчас. Куда по плотине ГЭС в Иркутске спешит водитель этой Митсубиси, неизвестно. Но при наблюдении за ним возникают спорные чувства. И машину жалко, а может, лучше оторвал бы себе подвеску. Возможно, тогда поймет, что по обочинам ездить нельзя. Поскольку перспектива штрафа в 1500 рублей, наездника, видимо, не пугает. И снова Иркутск, и снова классика. Поворот налево под запрещающий сигнал светофора. Водитель пробокса. Не боится ни за свою жизнь, ни за других участников движения. Для подобных лихачей в правилах предусмотрено одно наказание. Лишение прав. Действительно, таким лучше ходить пешком. А вот пример, когда сама дорога заставляет поступать именно так. Поворот с Партизанской на Советскую. Уйти налево здесь можно только на желтый. Проехать на разрешающий сигнал не даст встречный поток. Вот и водитель автобуса оказался перед дилеммой. Хорошо еще, что помехи тем, кто едет, прямо не создал. Хотя с габаритами такой машины сделать это наверняка непросто. Если вы стали свидетелем нарушений или просто глупости на дорогах, присылайте свои видео нам. Возможно, для кого-то это станет своего рода видеоуроками, как делать нельзя.